Здравствуйте, в эфире программа «Афиши», я ведущая Ольга Софийская. Актёры подвели итоги фестиваля «Синема», основателем которого 7 лет назад стал танцевально-спортивный клуб «Овация». В этом году фестиваль разросся, стал более масштабным. К хореографическим номерам прибавились и вокальные. Но тема осталась неизменна. Выступления, основанные на сюжетах отечественного и мирового кинематографа. Студия «Овация», как обладатели гран-при прошлого года, открыли гала-концерт с номером «Сломанная танго». Фестиваль «Синема» переехал на главную сцену ДК «Пролетарка». Количество участников превысило 150 солистов и коллективов со всего Верхневолжья. А начинался этот творческий проект с тематического вечера на паркете. 7 лет назад фестиваль «Синема» зародился в танцевально-спортивном клубе «Овация». И он был в форме вечеринки. Все пары получали задание сделать танцевальный номер, взятый из кино. И через некоторое время появилось желание привлечь к этому другие студии. Они откликнулись. В результате официально стал областным фестивалем хореографического творчества «Синема Дэнс». Потом фантазия пошла дальше. Слово «дэнс» пришлось немножечко убрать, потому что получилась и вокальная студия еще в этом фестивале. И в этом году мы вышли на большую сцену. В этом году клуб «Овация» подготовил массовый номер, за основу которого взяли сюжет из фильма «Гусарская баллада». На сцену вышли 20 человек, многие из которых новички в студии, но тем не менее они одержали победу, став лауреатами второй степени. К выступлению готовились почти год, признаются в «Овации», детально прорабатывали костюмы и танцы 18 века. Представляли бал 812 года. Была мазурка, был большой фигурный вальс. Был полонез. Мы активно занялись изучением и пропагандированием исторических бальных танцев. Недавно мы совершили поездку в Волосово-Степановское. Это историческая, так сказать, усадьба князей Куракиных, где 100 лет не проводили балы. И вот впервые мы провели там бал. Я считаю, что мы по заслугам завоевали эту награду. И это дает нам стимул на следующий год приготовиться еще лучше и пытаться завоевать первое место. Что мне нравится, да, в нашем клубе? У нас как бы несколько направлений. Спортивные бальные танцы, да? Исторические бытовые танцы, плюс концертные постановочные танцы. В любом можно найти себя. ДСК «Овация» я уже занимаюсь 10 лет. Получаю удовольствие, заряжаюсь энергией. В клубе «Овация», правда, проходят занятия по самым разным направлениям. Здесь учат спортивным бальным танцам как в группе для начинающих, так и для тех, кто хочет показывать отличные результаты в соревнованиях. А направление историко-бытовых танцев не обходится без участия в балах, в том числе и тех, которые ТСК «Овация» организует самостоятельно. Бал влюбленных, снежный, пушкинский бал. Уважаемые жители города Твери, мы приглашаем вас всех, желающих окунуться в атмосферу позитива, движения и музыки, на занятия бальными танцами. Вы будете с нами получать незабываемую атмосферу праздника. Мы ждем вас всех. Приходите, пожалуйста, заниматься в танцевально-спортивный клуб «Овация». В команду студии приглашаются все желающие от 18 лет без ограничений по возрасту. Здесь научат танцевать с нуля. Занятия танцевально-спортивного клуба «Овация» проходят в ДК «Пролетарка».